Меня спрашивал про эпиляторы. Всем привет! Расскажу сегодня про свои эпиляторы. Этому 30, этому 15 лет. Я не знаю, сейчас такие дейроны даже уже и не выпускаются. Вон, видите, силки эпил первый. Браун первый. Отлично работает. У меня уже волосы перестали расти с ними. Поэтому я считаю, что нужно идти в магазин и спрашивать самую последнюю модель. Ну, допустим, предпоследнюю модель. И пользоваться. Если их чистить, они не горят вообще. Более современные, потому что все равно идет модернизация. Вот у меня только для подмышек, там есть еще насадки специально для усов, для каких-то зон бикини, более узкая рабочая поверхность. Эпилятор главное чистить, у меня даже кнопочка отвалилась уже от старости. Снимается эта головка у всех. Очищаю сначала щеточкой, прокручивая, а потом в таз с горячей водой, таблетка для посудомойки или гель для мытья посуды. Прям наливаю и опускаю, потому что в них забиваются чешуйки человеческие от кожи, и они мешают работе эпилятора. Поэтому постоять в горячей воде, потом прочистить, промыть, просушить и пользоваться снова, проворачивая. И этот также. И оно будет как новенькое. Колесики будут крутиться великолепно. Будет все хорошо зажимать, очищать. Прям вот кусочки какие-то выпадают. Вот сколько грязи выходит. Вроде чистые. И после мытья работают как часики. Вот старое поколение более медленно работает. А новая скорость более большая. Я так думаю, которые сейчас современные, они еще более скоростные. То всем пока. До новых видео.